Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня свое видео веду из берега нашего, что я всегда снимаю. Сегодня хочу сказать, сниму рубрику «Идеи для обеда». У меня оказалось много яблок. Муж насобирал где-то у знакомого. Наверное, вот это были у нас дожди с такими ветрами нападали. Яблоки целая миска. Этих яблок оказалось. Ну куда их девать? Такие типа недозрелые. И я их стушила, на терку стушила, нажарила блинчиков тонких, завернула их, и все, яблоки, вернее, получились блинчики с яблоками. Покажу дома, как все, я их обжарю. Очень вкусно, и вам, да, и вот идея. И на дачах у многих есть яблони, тоже падают яблоки, вот сюда их нужно употреблять. Сушить они не спелые, еще рано, или еще что-то делать. А это как раз подойдет. Сегодня видео, наверное, ничего не сделаю. Почему-то интернет не работает. Этот провайдер тоже выходной, нет связи. Так что не знаю, что будет дальше. Солнышко выглянуло, а то тучи вроде опять. В тот раз я была, вроде как на дождь собиралась сразу же. И это то. Так что покажу, приду домой это блюдо свое. Очень вкусно будет. Мы были здесь в июне, то я говорила, все, бригада выезжала, полола. Ну вот они пропололи все, посадили цветочки на землю, вот это, что сырая, по-моему, чернобрывцы. А может и другие цветочки. Розы тут цветут. Только тут, дальше нет. Немножко роз, а здесь как раз розы цветут. Хочу сказать по поводу вот этого колье и сережки. Это набор. Я показывала, как получила этот подарок. В черной красивой коробке, открывала ее, бархатом выстелено. Ну, я не обратила вначале внимания, а потом, как я распечатывала уже для себя, чтобы одеть, посмотрела этикеточку. Мурана глаз. Здесь написано: изделие, которое вы держите в руках, создано вручную венецианскими мастерами из знаменитого муранского стекла. То это очень ценная вещь. Я раньше слышала за это муранское стекло. А вот и у меня оно оказалось. Вот такое вот это изделие. Ценное, красивое муранское стекло. Браслеты есть, делают. Браслеты, еще разные украшения из этого стекла делают. Так что я безумно довольна, я бы такое, конечно, себе не приобрела. Еще раз, Кариночка, спасибо. Обжарила с двух сторон блинчики эти. Уже и начала есть, и вспомнила, надо, я же обещала заснять. Очень вкусные блинчики. Видео о том, как я готовлю такие блинчики, у меня есть. Ссылочку оставлю я под видео в описании. Покажу внутри вот яблочко вот это, что я его на терку терла и тушила. С сахарком маслица положила, очень вкусно. Я их перед употреблением обжариваю на маслице. Очень вкусное блюдо, советую. И яблочки утилизируются, не пропадают.